Здравствуйте, сегодня 5 мая, у нас второй день солнышка, жара. Пока еще растения цветут и в хорошем состоянии, в хорошем виде растут мои косточки. Все уже вышли. И красуется на солнышке. Не знаю, в этом году здесь много чего обрезала. Вишню срезала. Тени будет поменьше. Очень боюсь, что они погорят. Но будем смотреть, что из этого выйдет. Если что, тогда придется подсаживать для тени. Или хосты буду в другое место убирать. Цветет сирень. Запах необыкновенный. Хорошо, но уже жарко. Лягуха греет свою спинку на солнышке. Вот сейчас я подойду. И будет. И она выстрелит. Ну, давай, давай. Балерина. Вот-вот раскроется. Пиончики скоро уже цвести будут. Наконец раскрылся мой пиончик. Вы еще вот-вот раскроется этот пиончик. Монстр еще мой. Sugar and Spice. Красавец. Этот тоже уже скоро порадует цветением. Уже наготове. А вот он, птицемлечник, но еще не весь раскрывшийся. Уже дорожка видна беленькая. На бутонах лилейник видовой, расцветает самый первый. Агрессор этот цветет. Обязательно надо его удерживать в росте. Нет, он заполонит. Все, что рядом. Персеверсе. Так эту ириску зовут. Камасек просто красавица вечером. Поднялась. Маленькие цветочки, чудо. Сделала прическу с перейки. Теперь она у меня аккуратненькая. Ирина раскрылась к вечеру. А я что, лапонька? Сделала мне сюрприз. Какая прелесть. Все, теперь собираюсь домой. Устала.
До свидания. Всего хорошего. Мира и здоровья.